Итак, сбор, я рад, Мертвое море. Все пройдет по плану, все четко. Все собрались вовремя. Выезжаем расставлять машины. У меня есть еще карта, вот это 14-я. Фототехника, у нас все в порядке. Швили Израиль в прямом эфире. Джаз собственной персоной. Не закрывай, сейчас камни пойдут. Ну-ка, улыбочку, покажи, как тебе легко. Вот, пошли наши стейки. А я на поди верблюда. Все на север, все на север. На юге тоже. Один в один. И горб тот же самый. Точно, короче, у него семитская внешность. Ой, там ловит. Давайте я личную фотографию сделаю. Вот смотри на меня, дядюшка. Наш семитский родственник. О, хорошо. Сейчас. Джаз и верблюды. Чем похожи джаз и верблюд? Если у обоих ноги точные. Это на 50 тысяч дешевле. Вот, ребята, преимущество экологического транспорта. Дешево. И сердито. Удобно. Рон, давай, на скорости сделай. Да. Здесь чуть правее, а вот около этой штуки надо влево взять. Или даже если кто не чувствует себя уверенно, лучше там слезть вообще. Он уже к спине у него прилипает, какой живот. Вот джаз дает с нагруженным великом на таком спуске. Коля кого? Продолжаем. Они пробки делают. Не говори, мешает движение. Если там что-то торчит, так можно много камер сменить. Его еще у него даже поджог не штырь. Кому-то мало тут подъемщиков. Едем до дороги. Куда? Наверх поехал. Нифига, что он хочет. Конкретно. Ох, если Барба видел. Барба сейчас, наверное, искает. А Игорь, наверное, к Барбе попросил. И трубу, дроп на трубу. А вон я вижу Швиль Израиль, Семен. А зеленого не вижу. Она дальше начнется зеленая. То, что который асфальт, это как бы считается промышленное. А когда ты упрешься там как бы в конец, дальше начнется. Что, будем прощаться? Вот такая здесь красота пустыни. Все цвета от белого до черного, желтого, зеленого, какой хотите. Куда там американским Гранд Каньоном по сравнению с вот этой красотой? О, потрясающе! Чист, бега себе. А ты мой не хочешь так поднять? Давай. Вместе с тобой. А уронишь, да? Не, ну если тебе надо в фотошопе там, какие надо там цифры такие выставить. Можно будет 50 километров сейчас. У меня уже 199. Сегодня бумаж повезло. А представляешь? Вон его дорога уже, видишь? Баланс, обратите внимание, не баланс. Покупайте к нему баланс. Сколько лет? Какой-то нахаль мы не знаем, потом посмотрим по карте. Кто-нибудь знает, что это за нахаль?
На Хальхамар. То, собственно, персона. Ну, вот. Скоро там будет вода, мы сюда вернемся. До Мертвого моря, наверное, и идет. Да? Уже поехали, пиво попьем там. Вышли на финишную прямую. Вернее, это не прямая, это хорошо кривая. Отличный спуск вниз. Вдали Мертвое море. Соляные бассейны. Мы туда едем. Крепость и камни. Очень красиво. Нет, нет, ты хорошо смотришься, все нормально. Оказывается, это древняя таможня. Древние времена тоже брали налоги. С верблюда, с благовоний. Который по парадам. Тут там больше нету. Вот все, помчались. Куда? За пивом. Кто куда? Нам направо вообще. Домой. Снова Мертвое море, мы завершаем маршрут. Было очень хорошо и не жарко, даже где-то облачно. Справа гостиница Мертвое море и Мертвое море собственной персоны, пожалуйста. Следующее по программе у нас пиво и к пиву. Я не смогу снимать, когда выключаемся. Соли Мертвого моря в самой красе. Где вы еще такое увидите? Команда наша впереди. Там у гостиницы наши машины, и мы завершаем маршрут. С этого места поподробнее, пожалуйста. А? С этого места поподробнее, пожалуйста. Славы?